Всем привет! Это полезная программа. И это значит, что ближайшее время вы точно проведете с пользой. Если вы не успели отдохнуть и набраться сил перед долгой зимой, то лечебный отдых в Красноярском крае поможет вам обрести душевную гармонию, равновесие и спокойствие. Это просто сказка. Невозможно оказаться на берегу озера и не залюбоваться. Ровная, спокойная гладь воды сразу расставляет все на свои места. Здесь прекрасно дышится и думается, да и рыбалка не дурна. Санаторий-профилакторий расположился в живописном месте, окруженный березовой рощей и сосновым бором. Комплекс состоит из трех корпусов, соединенных теплыми переходами. Выдохнули все из себя. Еще бы не выдохнуть, только представьте себе, проснулись, позавтракали и завертелось. Сначала по всем видам лечебного душа. Виши, Шарко, подводный душ-массаж. Затем погружаемся в ванны, минеральную, кислородную, с различными растительными экстрактами, жемчужную, шоколадную и даже пантовую. Потом проходим все виды массажа, от классического до вакуумного и механического. Хорошенько размятому можно заглянуть в криосауну, посетить лазеротерапию, озокиритолечение, оксигенотерапию и обязательно аромасауну «Здравница». Ох, как много всего, надо прерваться на обед. При первом осмотре пациенту назначают индивидуальную диету. Поели, совершили мацион по набережной и снова на процедуры. Внутривенное лазерное облучение крови, цветопсихосоматика, транскорниальная электростимуляция, ударно-волновая и гидроколонотерапия. Еще не устали? Тогда вас точно успокоит роскошный бассейн на 4 дорожки, акваэробика, тренажерный зал и много чего еще. Со здоровьем здесь не шутят, все серьезно. Есть главный врач, терапевты. Каждый гость попадает в опытные руки профессионалов, и в результате сомневаться не приходится. Кожные заболевания, мы видим эффект сразу. При заболевании опорно-двигательного аппарата даже трости забывают в вестибюле. Полюбить такой отдых с оздоровлением уже успели жители всех уголков Красноярского края. Особенно любят приезжать в такие места с нашего севера, оздоровиться и набрать сил перед суровой таежной зимой, поднять иммунитет детям. Много гостей с востока и запада нашей страны. Нередко наведываются даже иностранцы. Во-первых, озеро вот это. Озеро находится между двух сопок. Лес замечательный. Грибы, кстати. Вот. Ну, персонал. Персонал, надо отдать должное, люди тоже такие вежливые, доброжелательные. Отдых у нас этим летом прошел просто изумительно. В санатории «Березка» осенний ценопад. С 1 по 30 сентября скидки до 50% на проживание по путевкам в двухместные номера. Звоните и узнавайте о наличии номеров на ваши даты. Телефон в Зеленогорске 9-38-00. После хорошего отдыха стоит подумать о приобретении нового автомобиля. А сделать это не так уж и сложно. Нужно прийти в салон и выбрать автомобиль, от которого замирает сердце, а душа просит скорости. В общем, заряжаемся позитивными эмоциями. Первый прообраз автомобиля был построен как игрушка для китайского императора в 1672 году. Сегодня автомобили от китайского производителя – это качественные и внушительные машины. Например, модель бюджетного надежного семейного кроссовера. Лифт водительского кресла и регулировка руля по высоте позволит управлять этим авто любому члену семьи. А во вместительный багажник пойдет все необходимое для семейного отдыха. Конструкция бампера и широкие зеркала заднего вида повышают уровень безопасности авто. Для ценителей комфортных авто подойдет современный седан, одно из главных преимуществ которого – стильный дизайн, а также кожаный салон, подогрев сидений и даже внешних зеркал заднего вида. В новой концепции этой модели при помощи руля вы можете управлять не только автомобилем, но и всей мультимедийной системой. Если вы занятой человек, не привыкший отдыхать, вам подойдет пятидверный универсал. Он отлично вписывается в городские улицы. Благодаря небольшим размерам им легко может управлять как представитель сильного пола, так и девушка. Маневренный и динамичный автомобиль уже на литых колесных дисках в заводской комплектации. На сегодняшний день в нашем автосалоне «Лифан Мега» проводятся очень выгодные акции и программы для наших клиентов. Автосалон «Лифан Мега». Проспект Красноярский, рабочий, 27, строение 100. Торговый проспект «Мега». Это была полезная программа. Проводите свое время с пользой. Больше информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!